ТВ и радио на Патриаршей при поддержке администрации Йошкар-Олы представляет 5 августа на Патриаршей площади самое яркое событие лета. День твоего города. Танцевальный марафон «Стартин». Невероятный городской флешмоб. Граффити-скетч-баттл. Шоу ведущих музыкантов города. И выступление экс-вокалиста дуэта «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Ты же не такая, как все. Лазерное шоу и пенная дискотека. Open Air с диджеем Антонио. Городской салют и море позитивных эмоций. 5 августа. Стань ярче. Сосветись на Патриаршей. Генеральный партнер ТНС «Энергомарий-Эл». Здравствуйте, в эфире информационная программа «12. Новости Республики» на телеканале «Регион 12». Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Екатерина Роман. Полностью исключить коррупционную составляющую при проведении республиканских госзакупок, в том числе в сфере здравоохранения. В Йошкар-Оле на заседании комиссии по противодействию коррупции руководитель МРИЭЛ Александр Евстифеев обратил внимание на обязательную проверку соответствия закупочных цен на медицинскую технику и лекарственные препараты в МРИЭЛ относительно стоимости аналогичных товаров в стране в целом и в Приволжском федеральном округе в частности. Согласно данным республиканского Минздрава, контроль цен ведется ежеквартально. На сегодняшний день злоупотреблений не выявлено, есть даже небольшая экономия. Противодействие коррупции на муниципальном уровне – еще одна задача республиканского уровня. В частности, Евстифеев привел следующий пример. В Медведевском районе выявлены факты злоупотреблений при распределении земельных участков в рамках социальных проектов. И поскольку государственные закупки не контролируются на муниципальном уровне, глава Медведевского района Денис Акулов внес предложение об изменении законодательства, при котором контроль и ответственность за подобные решения принадлежали бы непосредственно руководству района. Это исключит возможность махинации и сделает процедуру более прозрачной. Также Республиканской комиссии по противодействию коррупции было рассмотрено обращение командира войсковой части с жалобой на противозаконные действия гражданских лиц при поддержке правоохранительных органов и силовых структур. Речь идет о незаконно присвоенном праве собственности на один из островов в акватории Волги и Камы. Для расследования обстоятельств в Волжский район будет направлена рабочая группа, которая проведет проверку всех фактов, изложенных в обращении. Предварительные итоги проверки планируется обнародовать на следующем заседании комиссии, которое состоится 15 августа. 20 уголовных дел коррупционной направленности передано в суд Следственным комитетом Республики в первом полугодии 2017 года. Ровно половина фактов коррупции – это дача взяток. Помимо этого, среди злоупотреблений – служебные подлоги, злоупотребления должностными полномочиями и их превышение. Впрочем, антикоррупционные дела – это лишь часть задач, которые решают в Следственном комитете. Поводом для профессиональной гордости к профессиональному празднику – стопроцентная раскрываемость по убийствам и фактам причинения тяжкого вреда здоровью. Кстати, первое в России следственное ведомство создал Петр I. Оно было независимо от других госорганов и подчинялось только главе государства. Его сотрудники вели предварительное следствие, точку же в деле ставил суд. И сейчас, спустя 300 лет, следователи работают по такой схеме. Сейчас, Андрюша, иди за дерево, спрячься. Вот за это дерево спрячься. Где Андрей? Все, нашел. Такие прогулки для семьи Осокиных – редкость. Андрей видит папу только по праздникам, и то не всегда. Алексей Осокин признался, работы у руководителя следственного отдела много. Порой домой уходит ночью и даже под утро. 19 лет он так и живет. Мысли о работе не покидают его даже дома. Здесь вот у нас приостановлены уголовные дела, которые в настоящее время находятся вот в архиве. Но по ним круглый год постоянно ведется работа. Ведется работа вместе с оперативными службами по раскрытию этих уголовных дел. В архиве Следственного комитета, кажется, и места уже больше нет. Многотомные уголовные дела на стеллажах от пола до потолка. Утилизировать их нельзя. Здесь говорят, у таких документов срока годности нет. Пока мы не раскроем уголовное дело, оно не подлежит уничтожению.
в любое уголовное дело у нас ждет того момента, когда мы сможем его раскрыть, когда появятся какие-то дополнительные улики. За спиной Алексея Осокина десятки дел, сотни фигурантов, самые разные обстоятельства расследованных им преступлений. Сегодня его отдел в год расследует порядка 170 уголовных дел. На некоторые уходят годы, другие же раскрываются в рекордные сроки. Мне всегда нравилось общение с людьми и именно в том русле, чтобы им помочь. Обращаются к нам, к сожалению, не по хорошему поводу, по плохому, но в наших руках и, в частности, вот в моих руках сделать так, чтобы помочь этому человеку, который обратился, пришел со своим горем. И когда получается это сделать, получается помочь, получаешь большое удовлетворение. Напечатать сотни страниц уголовного дела, провести допрос подозреваемых и свидетелей, который иногда длится целую неделю по 8 часов в день. Их профессия только в кино, сродни приключениям. На самом деле это кропотливый труд. Надо быть объективным, поэтому трудиться здесь может далеко не каждый. Нужно любить свою работу обязательно. Без этого никак. И определенный склад ума и логическое мышление. Следователям в своей работе приходится сталкиваться с самыми разными преступлениями – налоговыми, коррупционными, против жизни, здоровья, собственности граждан и не только. Алексей говорит, иногда дело бывает таким сложным и многоэпизодным, что приходится прибегать даже к детектору лжи. С момента, как я скажу, начали, до момента, как я скажу, все можно подвигаться, шевелиться нельзя, вздыхать, кашлять тоже нельзя. Всего в этом году в Мариэл привлечено к уголовной ответственности уже 309 преступников. Раскрываемость 100%. Чтобы добиваться таких результатов, следователям приходится работать в любые погодные условия. И днем, и ночью, и в праздники, и в выходные. Сотрудники Следственного комитета знают, что в первую очередь они делают это ради спокойствия своей семьи, а также для всех жителей республики. В Мариэл вновь запущена программа поддержки местных инициатив. Напомню, что участие в программе поможет жителям республики решить вопросы местного значения. Это ремонт дорог, организация водоснабжения и освещения, благоустройство дворов и так далее. На условиях совместного финансирования со стороны республиканского и местного бюджетов, бизнеса, а также рядовых жителей того или иного муниципалитета. При этом жители имеют право контролировать ход реализации проектов. В этом году из республиканского бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив планируется выделение денежных средств в размере 30 миллионов рублей. Но для того, чтобы получить финансовую поддержку, инициативной группе необходимо описать круг задач и представить свои предложения в виде проекта. Программа поддержки местных инициатив «Мариэл» стартовала в 2014 году. Всего за 3 года на конкурс было представлено 327 заявок со всех районов республики. Проекты, основанные на местных инициативах, всегда отражают актуальные проблемы людей. Это, например, ремонт колодца в деревне Ручрода Маркинского района, бурение скважин в деревне Елпа из Звениговского района или ремонт памятников воинам, погибшим в годы войны. В предстоящем отопительном сезоне в Йошкар-Оле существенно возрастет надежность теплоснабжения. В столице Мариэл завершена реализация крупного инфраструктурного проекта. Сдан в эксплуатацию головной участок тепломагистрали М7, замкнувший кольцо магистрали, сердцем которого является Йошкар-Олинская ТЭЦ-2. Наша съемочная группа побывала на предприятии, где узнала подробности масштабного проекта, история которого от идеи до реализации превысила 2 десятка лет. Из окон Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 открывается вид на уходящее вдаль масштабное сооружение, которое здесь с гордостью называют главным проектом с момента запуска теплоэлектроцентрали. Вот в эксплуатацию тепломагистрали М7. О необходимости постройки ее говорили еще в 90-е, стал поводом для полномасштабной презентации, которую устроили журналистам энергетики. 17 лет подготовки, сложное строительство, множество переходов через улицы и железную дорогу, солидные финансовые затраты. И все это с одной целью – сделать обеспечение города тепловой энергией максимально надежным. До ввода этой тепломагистрали работали по одному тепловыводу М3. Все вы прекрасно понимаете, что теплоснабжение по одной тепломагистрали, оно, скажем, чревато, снижает надежность. Там, при возникновении тех или иных форс-мажорных обстоятельств город остается без тепла. В данном случае сейчас, значит, завершено строительство и введено в эксплуатацию участок тепломагистрали, позволяющие закольцевать схему теплоснабжения, соединить магистраль М3
через М4 с магистралью М7. То есть это многократное повышение качества теплоснабжения и надежности теплоснабжения потребителей. Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 обеспечивает теплом и горячей водой примерно половину городских домов и десятки крупных предприятий. Ранее теплоноситель уходил со станции по единственной тепломагистрали. И в этом была уязвимость. Случись на ней авария, пострадают все потребители. С вводом в строй М7 замкнулось кольцо, которое позволит в случае ЧП запитать дома и заводы в обход поврежденного участка. Кроме того, в перспективе магистраль будет продолжена в 9-й микрорайон и в поселок Медведево, что позволит закрыть несколько неэффективных котельных и принесет потребителям надежное тепло. Причем принесет с минимальными потерями. Магистраль М7 построена с применением современного теплоизоляционного материала, который снижает потери тепла примерно в 1,5 раза по сравнению с привычной минватой. Впрочем, продолжается на ТЭЦ-2 и плановая подготовка к осенне-зимнему периоду. Сердцем станции являются огромные 50-метровые котлы, где горящий газ превращает воду в пар, подающийся на турбины. Они, в свою очередь, вырабатывают электроэнергию, а теплоноситель отправляется по трубам в квартиры горожан. Схемы дублируют друг друга, работая вместе в период пиковой нагрузки и поочередно в межсезонье. Именно тогда здесь проводят масштабный ремонт. Параллельно ведется перекладка тепловых сетей. В настоящее время мы уже... провели текущие ремонты котлоагрегата станционного номер 1, 2 турбоагрегатов. Планируем еще повторно провести плановых 2 текущих ремонта. И самое основное у нас в этом году в сентябре месяце, в сентябре-октябре, 2-й котлоагрегат, на нем будет проведен капитальный ремонт. Энергетики отмечают, значительно усложняют реализацию планов по ремонту сетей оборудования, а также по дальнейшему строительству тепломагистрали задолженность потребителей перед филиалом Мариэл и Чувашии по ОТ+. На данный момент она достигла внушительной суммы в 1 200 000 000 рублей. Для сравнения, это примерно 4 таких магистрали, как новая М7. Чтобы не копить долги и экономить на коммунальных услугах, энергетики настоятельно рекомендуют устанавливать индивидуальные приборы учета. На ТЭЦ-2, в свою очередь, готовы и впредь бесперебойно обеспечивать потребителей горячей водой и теплом. Моряки могут быть моряками и без выхода к морю. Это доказывают в детском парусном клубе «Паллада» из Козмодемьянска, который уже 6 лет действует как отделение парусного спорта. На сегодняшний день по программам «Юнга» и «Основы парусного дела» здесь обучаются более 50 юных моряков. Абсолютно все праздники и памятные даты, которые отмечаются в Козмодемьянске, просто не могут обойтись без участников клуба. Особенную активность его воспитанники проявляют в дни летних школьных каникул. Каждый желающий может воочию увидеть, с каким мастерством юные моряки управляются с парусом и совершенствуют свою подготовку. Одним из самых важных аспектов в ней является патриотическое воспитание. Наша республика далеко не сухопутная. Во-первых, все города стоят на реках, это раз. Во-вторых, Федор Федорович Ушаков, волжанин, великий адмирал российский, вот, и мы на него стараемся равняться. Вот. Он тоже с Волги. Никто не думал, что вот с Волги могут быть такие знаменитые адмиралы. У нас первый праздник, ближайший, это день военно-морского флота. И мы постараемся в этот день военно-морского флота спустить на воду шлюпку Ял-4, вот, и назвать ее именем нашего ветерана Великой Отечественной войны, североморца Сергея Максина. Я думаю, что дети в этот день смогут походить и под парусом, и показать, значит, свою морскую удаль, выучку. Среди юных моряков не только юноши, но и девушки. Причем все тяготы службы, поднятие паруса, гребли и силовая подготовка, они несут наравне со сверстниками без каких-либо поблажек. У многих из них тяга к морской жизни появилась с раннего детства и является едва ли не потомственной. Это как-то уже с детства, и мне дедушка очень много интересных историй рассказывал про море, и как-то такая любовь уже с детства пошла. Я, правда, только один раз ходила на парусе, но уже не один раз ходила на ялах, гребла. Очень запомнилось, когда в лагере гонка у нас была. Это просто там как раз даже ветер поднялся и попробовал свои силы на волнах. Очень получилось, заняли первое место. После спуска на воду новой шлюпки, названной в честь героя североморца Сергея Максина, юные моряки продолжат совершенствовать свою подготовку. Лето еще не заканчивается, и воспитанников клуба ждут новые соревнования по прикладному морскому многоборью и гребле.
Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в 6:30 утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем YouTube-канале и группах «ТВ-регион 12» в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания. ТВ и радио на Патриаршей при поддержке администрации Йошкар-Олы представляет 5 августа на Патриаршей площади самое яркое событие лета. День твоего города. Танцевальный марафон «Стартин». Невероятный городской флешмоб. Граффити-скетч-баттл. Шоу ведущих музыкантов города. И выступление экс-вокалиста дуэта «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Ты же не такая, как все. Лазерное шоу и пенная дискотека. Open Air с диджеем Антонио. Городской салют и море позитивных эмоций. 5 августа. Стань ярче. Засветись на Патриаршей. Генеральный партнер ТНС «Энергомарий-Эл».